entertaining match this has been, and a little bit of football history as well. Who will forget Jim Hunter's incredible 100th career goal? Неужели в каменном веке по телеку тоже футбол показывали? И тогда все было по-настоящему черно-белым. О, да у тебя на все есть ответ. Крутой у тебя брательник. Конечно, тогда всей этой шумихи не было, понимаешь? Играли за 150 в неделю, когда побеждали. Да ладно, правда? Для нас важна была только сама игра. Эй, ты глянь. Вот красота, а? Не просто прицельно пробить таким ударом. Да. Может, нам уже пора? А то пробки. Давай я с багажом помогу. Нет-нет-нет, Джим, все нормально. Оставайтесь здесь, а я возьму сумки. Хочешь забрать? Нет, он твой. Возьми на время. На удачу. Но верни, когда закончишь. Ладно. Так, пора на самолет. Батлер мне шею свернет, если я опоздаю. Странно, что он вообще меня отпустил. Старик, это вообще...